сюрприз. Не-не-не. Трэвис, ты угнал тачку на Кайсана? Ты же хотел баланс, плавный кузов. Получай. Ты угнал его тачку! Не, я не вор. Когда Накай увидел твою работу, написал мне. Ему интересно, и я думаю, он к нам заскочит. А пока его нет, опробуй-ка эту прекрасную тачку. Изучим картину, пока нет художника. Да, вот так. Давай прокатись на тачке Накая. Надо узнать, из чего она сделана. Ты не говорил, что знаешь его, Трэвис. Накай, Обама, Далай-Лама. Вы хорошо держались. Но это следующий уровень. Пока не опробуешь тачку мастера, останешься учеником. Давай, прокатись. Сначала я. Давай, увидимся. Тренируй реакцию. Ну что ж, придется потренировать реакцию, действительно. Не хотелось бы разбить машинку Накая. Так, ладно. Что у нас доступно? Собственно, 74 штуки у нас есть. И я думаю, что надо будет потом все это поработать с машинкой, посмотреть, что можно еще изменить. Возможно, есть какие-то новинки, которые мы еще не видели. Также какие-нибудь детали. Визуальные модификации, там, не знаю, там, обтяжки какие-нибудь еще можно сделать, там, что у нас еще. Ну, все это можно изменить, в принципе. И я так думаю. Ну, я это сделаю, скорее всего, в следующей серии. А в этой серии мы будем просто гонять. Эй, давай сюда, будь мужиком. Хочу посмотреть, на что способна тачка на Кайсана. Окей, давай попробуем. Так, где ты у нас там? Где ты у нас там? Или лучше сначала сделать... Все-таки это. На старт внимания дрифт. Да, я думаю, что лучше это сначала сделаем. Должен тебя похвалить. Ты отлично справился. Неа, мы справились. Круто проехал, Спайк. Эй, а что там у Ману с Эйми? Без понятия. Вы ведь не думаете, что они... Что, с копами тягаются? Нет, я совсем не об этом. Мне кажется, они там развлекаются вовсю. Фу. Да брось, Спайк. Как знать, могли бы по-новому на мир взглянуть, освободиться от прошлого. Так, давайте, может, встретимся и обсудим? Помните, как раньше, как... Эй, Трэвис, это... Есть новости о Магнусе? Ладно, проехали. Не, ничего, Спайк. О, эй, Ману тут что-то написал. Он, двинул в Лонгхорн. Так, погнали, давайте все туда, шустрей. Спайк, я должен... Чё-то как-то Спайк не договаривает и не дает, причем сказать другим ребятам... Это не так чего-то. Может, я просто что-то не понимаю? Да ладно. Ладно, новая деталька. Собрали деталь. Ну, зачем? Я ведь только починил тачку. Зачем ты меня покоцал? Сволочь. Ладно, починились еще раз. Чтобы какой-нибудь идиот мне еще раз сломал тачку. Ладно, поехали на дрифт. На старт, внимание, дрифт. Приготовься, будет жарко. Я надеюсь. Ну, мы будем с Робин, командный, сука, дрифт. Ну, поняли. Почему командный и почему, сука, дрифт? Да, что-то как-то пока не алё. Ладно, 25 тысяч я должен, по идее, набрать.
вроде бы это не должно быть таким сложным заданием, как мне казалось изначально. Ну да. Ой, оставайтесь с ней, ё-моё, ну какая же она медленная все же. Ага, обогнала меня, да-да-да. Если бы я не притормозил, ты меня даже не догнала, девочка. Это печально на самом деле. Оу. Если бы этот чувак не был таким веселым, мне было бы очень печально. Но подвинься. Так, мне нужно сделать командный дрифт. Не на вас пофигу, ребята, и давайте делать командные дрифты. Так, ладно. Она опять от меня сейчас будет отставать, если я все это делать не как надо. Ай, тихо. Что за... Стоп, это было легкое столкновение. Какого фига меня так подкинуло, развернуло там, я не знаю. А, ну да, сделать бесполезно, потому что она меня, типа, обогнала. Окей. Когда не надо, она едет, главное, быстро. А когда надо, она еле плетется. Хрен поймешь этих ботов, если честно. Вот что она сейчас плелась? Потому что конец, я понял. Окей. Прошелся как бульдозер, снес все на свете, короче, понятно. 26 уровень, скорость, все дела. Вот это класс! Закончишь, я в гараже буду. Увидимся. Давай. Так, я так понимаю, что в гараже она будет именно... А, да, в гараже просто встретиться. Завершите спринт с Эмми. Окей, давайте попробуем вот эти гоночки. Но для того, чтобы их нормально попробовать, нам нужно где-нибудь там появиться рядом. Например, вот здесь. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас есть. Во-первых, можно еще раз починить тачку. Почему бы нет? А во-вторых, ехать на вон ту рыженькую метку. Ехать на вон ту рыженькую метку. Кстати, да, посетить вот это место еще можно. Стена любви. Старбар. 24 часа в сутки. Действует. Ладно, поехали дальше. И сейчас попробуем как раз на вот этом рыженьком месте посмотреть, что у нас там есть новенького. Кстати говоря, я думаю, можно... Тихо. Не коцаем тачку. А можно забрать вот здесь вот детальку, которую я не забрал. Отлично. И сфоткаться он на том местечке, я думаю, тоже можно. В принципе, даже пончик еще заберем. Как говорится... Че добро пропадать, правильно? Ну вот, начал уже более-менее правильно фоткаться. Ну а то у нас машина никогда не попадала нормально в фокус. Даже как-то обидно, что ли. Пончик! Ей! Не могу наслушаться. Ха-ха-ха, да это же старье. Ну-ка, спой что-нибудь. На фоне этого душа твой ангельский голос еле слышно. Я тебя прибью, Ману. А, явился. Что? Забей. Вообще-то, вы так и не сказали, почему оба в одно время были в душе, пока Спайк мылся. Я уж не спрашиваю, почему он напевал Frozen. Воу-воу-воу-воу, не, я не такой. Вот и я о том же. Ладно, лузеры, звякну тебе, Роб, дела утрясем. Ага. Ну что, Роб, какие планы? Возвращаюсь к себе. Можете оба приходить. Спайк пусть тоже приезжает. Посмотрим, дам знать. Окей. Давай. Ну, мачо, остались мы вдвоем. Будет время, забегай, я по делам. Угу. Окей.
А, я понял суть полицейской вот этой фигни. Здесь ездят копы чаще, то есть здесь их можно словить и как-то начать с ними взаимодействовать. Ну, типа вот этого вот, вот как бы да. В данном случае я зря это сделал, на самом деле, мне бы... Я вот даже не знаю. Ну, давайте заплатим ему штраф, ё-моё, всё. Хорошо, девушка, без проблем. Ну, мне просто на самом деле сейчас лень угонять отсюда. Я хочу попробовать вот эту фигню. Новенький в городе. Выиграй первый заезд Эдис Челлендж. Заезд первый. Эдис Челлендж начался. Сам Эдди тоже приехал. Добро пожаловать, Эдди. Спасибо. Ну, как тебе первый заезд? Первые гонщики? Долго не протянут. Даже так? Все слабаки? Ага. Все бездари. Что ж, это был Эдди. Говорит мало, но по делу. А теперь всем удачи. Спасибо. Будем надеяться, что она у меня таки будет. Это сейчас что вообще было? Я вот вообще не вкурил сейчас, что это было. Обо что я там зацепился? Кто поставил здесь кусты? Какому идиоту в голову пришло ставить кусты посередине дороги? Так, ладно. Мы должны их нагнать. Коп, иди нафиг, ты гоняешься за ними, не за мной. Я просто так гоняю, я тебе не мешаю. Так. Это круг. Ребят, идите нафиг, а. Как говорится, а вам оно надо вообще? Надо ли вам выигрывать эти круги непонятные? Тихо. Тихо. Пошел ты. А, будем играть жестко. Раз не получается играть нормально. Ну, на этот раз я хотя бы не врезался в куст, который кто-то поставил посредине дороги. Воу, тихо. Я не хочу лишний раз врезаться в технику. Поэтому надо ездить аккуратней. Наверное. Ладно, будем пользоваться нашими преимуществами. Мы все же быстрее, чем они. Как ни крути. Но я думаю, это факт. А факты штука упрямая. Офигеть, ну ты шустрый. Ясно. 27 уровень. Скорость там, все дела. Сори. Это снова Мелисса. Первые неудачники отсеялись. Едем дальше. Про следующий заезд я написала. Так что не забудь проверить приложение. Хорошо. Так. Что у нас есть? Выиграйте маршрут, который подобрал Ману. О, кстати говоря, о маршрутах с Ману. Надо бы действительно на них посмотреть, съездить туда и погонять. Погонять, погонять, погонять. Ага, это видеоролик. Так что мы туда ездить не будем. И дрифт реал средний. Давай наверх. Так, сынок, камера, мотор. Блин, я чувствую, я буду в жопе. Так, ясно.
Короче говоря, профессиональным здесь гонщиком в этом случае мне не особо походу светит стать. Впрочем, в Drift Trial я могу показать хоть что-то, на что я способен. Ну, 20 штук я уже набрал, можно намного больше. Но есть ли в этом особый смысл? Воу, кто здесь поставил заграждение? Тихо. Я зачем-то сделал пончик. Ей, пончик. Мне очень нравится, как, знаете, вот эта вот полоска иногда проходит через какие-нибудь места. Такие веселые довольно. Например, через стену может пройти. Да, почему ты не затормозила? Все нормально, ладно. Едем дальше. Геймпад мне, короче, определенно надо будет поменять. Правда, не знаю, когда я это буду делать, но, скорее всего, уже после прохождения InfoS, к сожалению. Раньше, навряд ли. Так. Ну, собственно, как таковое все, это конец. Это the end. Отлично. Кое-как прошли. Воу, ну что я могу сказать? Ты меня поразил. Еще раз так проедешь, и у нас точно все будет круто. Давай в том же духе, чувак. Ну что ж, давайте вторую гонку ману. Почему нет? Она находится где-то рядом. Так что будем надеяться, что... мы ее сделаем тоже. Так. Кстати, здесь можно сделать пончик. Пончик! Мой любимый пончик. Давай, иди сюда. Так, а где вторая эта гонка, ману? Да пошли вы. Серьезно. Ни малейшего желания с вами гонять нету, копы. Так. Ну, сейчас скроюсь там, посмотрю, где гонка. Куда мне там ехать? Ага, гонка все-таки ниже находится. Хорошо. Хорошо, гоночка находится. А ниже ли она? Нет, она не ниже находится, но как раз... поехал я, в принципе, правильно, потому что другого пути сюда проехать нету. Такие вот дела. Гонка на время, серьезно? Намку в ударе. Выиграем маршруты, которые подобрал ману. Отлично, отлично. Справишься с этим, мы пойдем дальше. Да, машина, конечно, косаная. Ну ладно, попробуем, в общем, выполнить все то, что он просит. И надеемся на то, что тачка будет более-менее вертлявой, а не как обычной. Так, я понял. Короче говоря, в опасные моменты я просто буду юзать ручной тормоз, потому что с какого-то фига нифига не поворачивает иногда тачка. Я не знаю, с чем это взаимосвязано, но это проблема. Видимо, это все-таки геймпад так шутит. Ох, мать твою! Кто ж так меня предупреждал, то что там стена? Правильно, никто меня не предупреждал, поэтому я в нее и врезался. Так. Подожди, Эми. Не до тебя. Да ладно тебе. Струхнул, что я тебя на тачке на Кайсана сделаю? Я думала, дело в водителе, а не в тачке. Может, докажешь? Давай сюда. Умная типа, да? Типа самая умная, да, типа? Типа я трухнул, да? А если приеду, что тогда делать будешь? Ну да, выиграет она, скорее всего. Но все равно, я типа не трухнул. Я просто, видишь, гоняю тут. Я ману помогаю, ты там нам потом деньги будешь платить за это. Я помню. Так, ладно.
тем временем у меня осталась минута, и мне, знаете, как-то сокотливо уже стало, что я могу и не успеть выполнить на самом деле. Потому что осталось более 10 пунктов, а они все в разных местах. И я как-то еще повороты пропускаю, пока задумываюсь над тем, что я могу не выполнить этот заезд. Так, ладно. 30 секунд! Собака! 30! Быстрей! Быстрей! Быстрее! Не туда! Ну, то есть туда, но не туда. Ладно. Быстрее! Промахнулся. Ой, весело. Криворукий гонщик сегодня в ударе, прям я смотрю. Все, неужто мне не будет звонить Ману? Ага. Ну вот и все, сынок. Я наготове, только дай знать. Просто пройди одним заходом, впиши себя в историю. Я серьезно, легендой станешь. Ну все, буду ждать. Ты хоть понимаешь, насколько это все печально может быть? Боже, какой классный гонщик впереди меня. Ладно, так. Давайте попробуем все-таки пройти, что вот это вот за скорость. Я так понимаю, что это все... Ты что, мне помял чуть-чуть тачку? Кстати, у меня тачка прочнее, чем я думал. Ладно, заезд на скорость, да? Давайте посмотрим, что это за заезд на скорость. Быстрее! В смысле, времени установлено? Это типа я что, так настолько медленно проехал, что ли? Окей. Чувствуешь себя неудачником. Так, ладно. Что у нас здесь еще есть интересного? Поблизости, в смысле. Есть ли у нас вообще что-нибудь интересное поблизости? Ну, здесь есть какая-то тачка, но я, по идее, ее собрал. Давайте на всякий... Воу. Воу. Воу, я не просил это все открывать, нахрена ты мне это открыла? Так, что я хотел-то? А, ну да. К тачке вот сюда съездить. Ну, где здесь фото и тачка? А, и то я, в принципе, уже сделал. Я понял вас. Значит, у меня здесь, в принципе, дел особых нету. Ладно, тогда, друзья мои, на этом, я думаю, закончить. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока-пока.